Современную молочно-товарную ферму запустили в Североказахстанской области. Строительство объекта местному предпринимателю обошлось в 1 200 миллионов тенге. И это не единственное, что сделал Биржан Шаймерденов для развития родного села. В Акаинском районе он открыл детский сад, возвел мечеть и отремонтировал дороги. С подробностями Заря Джакупова. 15-20 минут у нас корова дуется, вот все 32 коровы. Так в день на ферме надаивает более 5 тонн молока. Владимир Корниченко переехал из города в деревню и ничуть об этом не жалеет. Село развивается, а главное, есть работа. Кстати, совсем не пыльная, говорит. Сиди себе и нажимай на кнопки. Моя работа, я смотрю, получается, сколько корова дает молока. Допустим, корова дала молока утром 10 литров. Сейчас, допустим, вечером, если доимся, она дала 8. Вместе с Владимиром здесь трудятся около 30 человек. Рабочими местами сельчан обеспечил местный предприниматель Биржан Шаймерденов. На месте пустыря огромную молочно-товарную ферму в селе Ленинское возвели буквально за 4 месяца. На ее строительство бизнесмен потратил 1 200 000 000 тенге. Но приобретение скота мы деньги брали АКК. Вот, купили 600 голов в Австрии. Вот, 126 хозяйств я обошел, оттуда на отбор. Каждую корову отбирал сам. Мы сейчас цель не ставим, чтобы молоко сдавать и деньги быстро заработать. Мы ставим цель, чтобы эти телята, которые родились, они были осеменены в Австрии. И этих телят мы хотим сохранить. Потом дальше, чтобы мы могли построить базы и размножить это все. Телят поят исключительно натуральным молоком. Главное для предпринимателя не заработать на сдаче сырья, а выйти на перспективу. До конца года в регионе планируют сдать в эксплуатацию еще один животноводческий комплекс. А на будущий год 10 таких вот ферм современных мы начнем строить по области. Со стороны государства есть определенная поддержка. С 2020 года сейчас обсуждается этот вопрос в правительстве. Ну, принятие решения, скорее всего, будет. То до 50% будет субсидироваться приобретение одного нетеля. На сегодняшний день в рамках программы «Туганжир» при поддержке меценатов в области реализовано свыше 600 проектов. Заира Джакупова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар-24.